Привет, друзья! Сегодня я копаю не один, а вот с комрадом. Комрада зовут Дружок. Вот такой он добрый, хороший у нас пёс. Вот, будет охранять от кабанов. Мы сегодня вот в таком вот месте. Уже полчаса бродим. И ничего у нас нету. Да, дружок? Как вдруг сигнальчик. Даю послушать. 78-79. Пару гильз уже был нашел. Но гильзы так не звучат, это медь. Ну что, давайте пином. Опа, что-то есть. А это у нас война. Вот. Небольшой калибр. Медный поясок. Берем. Вышел к речке. Заболоченная такая. Смотрите, какая красота. Прибор. Шикарные виды. Он из леса пришел оттуда. Вышел на такой сосновый лес. Вырубка. Попался сигнальчик. Фольга. Как фольга звучала. Ну, решил выкопать, потому что сверху ее не видно было. И смотрите, что попалось. Я даже не знаю, что это. Но что-то тонкое. И вот латунь, бронза, не знаю, медь. Какой-то рисунок. Но очень тонкое. Как крышечка с чего-то. Ну, современные крышки я знаю, это не оно. Они из фольги алюминиевые, а это именно медное. Что, не знаю. И понять, что нарисовано, не могу. Ладно, берем. Вот в таком месте. Здесь стояли домики раньше. Дружок жрет траву. Я не об этом вам хочу сказать. Я вам хочу 78-80. Ну что, монета или нет? Смотрим, что гадать. Оп, пока не видно, чтобы что-то вывалилось. Оп. Где же ты, монетос? Это двушка, как минимум. А то и пятак Александровский. Ага, пятак, блин. Точно. Размечтался. Берем на медь. Ищем пятаки. Так, с этой ямки. Вот. Неглубокая сверху.
Выпала монетка. Похоже на 20 копеек рамочник. 53-й год. Сейчас почищу, покажу. Итак, друзья, вот она монетка. 53-й год. Берем, ищем дальше. Так, друзья, хочу очередной сигнальчик вам показать. Как будто бы выкопал. Опа, смотрите. Почти полный медный поясок. Такой вот. Кусок меди чистейший. Берем. Минута прошла после пояска. Вон оттуда иду по кабаней тропе. Вот это кабаны шли. Вот кабаны. И в полуметрах словил сигнальчик. Паршивенький, конечно. Но... И имеем 20 копеек 61 года. Ничего интересного. Но монеты появились, что не может не радовать. Берем. Ну, друзья, смотрите, иду я оттуда, вроде как дорожка. Смотрю, вот ямка. Ну, такая незакопанная, и где-то ей же год или больше. Рядом, смотрите. Ну, у меня сигнальчик. И выпадает. Так. Вот. Это ходячка. 10-й год. Но не в этом дело. Не это хотел показать. Смотрите. Рядом с ямкой. Опять хожу, сигналы ищу. Вон та ямка. Здесь еще два сигнала. Ну, думаю, ходячку кто-то потерял. Нет, смотрите. ППШ. Раз гильза. Вот вторая, второй сигнал. Две гильзы с ППШ. Я к тому, что человек нашел гильзу с ППШ. И все, и ушел. Все сигналы не проверил. Или подумал, что там опять гильза. Видите, а там была монетка. Так что я копаю все сигналы. И получаю за это вознаграждение. Каждый решает сам для себя, как ему копать. Друзья, смотрите, вон мой зверь бегает. А у меня находка хорошая. Находочка. Это конина. Я такую еще не находил, смотрите. Интересуется. Вот такую еще не находил. Конинка интересная. Вот в таких дебрях еле залез, еле пролез. И вот находка. Скажу вам честно, необычная. Штук 6 стаканов, а то и больше, с одного набора. И все биты. Вон с той ямки. А как я нашел? Он зверь идет. А как я их нашел? Вот смотрите, среди них была солонка такая.
по этой крышке я его и нашел. Как вы думаете, что это такое, что за схрон битого стекла? Непонятно. Пишите в комментариях. Смотрите, друзья. Вот еще. Красота какая. Сейчас подкреплюсь. Так, попалась вот такая вот штучка. Рика маленькая. Непонятная. Итак, хожу уже час. Без монет, без хороших находок. Ходячку нашел 10 копеек. А вот попалась монетка. К сожалению, советик. Но пятак. 80-й. Сохранчик. Такой вот пятачина. Так, а бьет он на квазаре. Вот такие показания. Берем. Барбосина устал уже. Домой хочет. Скоро будем идти. В метре от 5 копеек выпала монетка. И это 10 копеек ходячки. Вот так вот. Берем, но неинтересно. Смотрите, иду вот по краю леса. Махаю уже. Сил мало. Так, по краю иду, махаю. И тут сигнальчик. 23 миллиметра. О, он черканул. 23 миллиметра. Пушка авиационная ВЯ-23. Штурмовик Ил-2. У меня таких уже 7. Это 8-я. Отличная находка. Берем. Дорога к машине. Покажу вам. Собака уже устал. Да и я трохи. Еще машину найти надо. Следы кабаней везде. Не встретить бы его. Все, друзья, если находок не будет, на этом мы завершаем наш коп с дружком. Да, собаки? Всем пока. Хороших сигналов под катушку. И до новых видео. Пока.